полкилограмма. То есть одна порция — это 25 грамм. 20 порций коктейля. 20 порций коктейля, представьте себе. Причем не просто это вкусно, а это то, что я вам еще говорил, что это полезно для здоровья. И на самом деле, я не знаю, аналогов на сегодняшний день в мире в принципе нету этому всему. То есть вы можете искать, смотреть, то есть разбираться, читать, писать. Если говорить о том, о чем я говорил, по поводу 9 вечера возле холодильника, так вот, это то, что я сейчас испытал на себе за последние 5 дней, 6-й день. То есть у меня реально ушло, я не знаю, то есть кто меня видел в воскресенье прошлое, тот знает, что поменялось во мне, но я вам хочу сказать, что килограмма 4 у меня за это время ушло. То есть и у меня ушел живот, у меня легкость появилась реально, и я думаю, проблемка с лишним весом у многих стоит сейчас вообще в мире, не только у присутствующих людей. Но это очень просто. То есть худеем легко, худеем красиво, да, и худеем вкусно на самом деле. То есть, да, вы можете худеть, не переживать за то, что вы съели много шоколадок на ночь, да. То есть вы поешьте десерта себе на ночь, то есть на самом деле это будет прикольно. То есть, да, растягивайте, смакуйте. То есть, понятное дело, что это еще энергия, потому что протеины и микро-макроэлементы, которые входят, добавляют вам энергетические составляющие в вашу жизнь. То есть, да, то, что я вначале сказал, что видите, я 5 дней уже пью коктейли, и только коктейли, я что-то не подкашиваются ноги у меня, сегодня почему-то. Да, поэтому я нормально себя чувствую, то есть я нормально передвигаюсь, это действительно круто. То есть и выносливость у вас будет только повышаться, потому что особенно если взять там нас взрослых, да, когда мы поедим. Кто из вас, когда поел, на скакалке прыгает? А теперь на детей посмотрите. Дети поели, если их не пичкать, не запихивать, ребенок поел сколько ему нужно, он встал и пошел заниматься спортом. То есть, да, там он, ну, по-нашему это как бы просто бегать, но для них это реально большие нагрузки. Я вообще не представляю, как дети выдерживают это все. То есть, да, но на самом деле это круто. И для кого коктейли будут полезны? Коктейли будут полезны для тех, кто понимает важность шкиры, кожи. Делать, они у вас будут только усугубляться. Потому что сейчас я... Почему в этом уверен? Потому что, во-первых, у меня в семье были эти вопросы, у моей дочки, даже если взять мою дочь, самую младшую дочь, ей 5 лет было на то время, когда мы узнали о компании, это были постоянные запоры, это глаза по 5 копеек на унитазе, и это было для ребенка нормально. То есть, да, и когда она начала понимать, что такое пить воду, более-менее правильно питаться, и когда она увидела нормальный, более-менее кал, то есть она сказала: мама, мне кака жидкая. То есть, да, и хотя это нормальная вещь, то есть, да, то есть, но это проблема у многих людей. Еще люди, которые ходят раз в неделю в туалет, и, может, сталкивались с такими людьми. Это реальная проблема. Мировая. Почему? Потому что мы едим что? Мы едим шлаки. Мы едим шлаки, зашлаковываемся, и у нас начинаются вопросы. А это все приводит потом к куче заболеваний, не буду вам перечислять их, можете разобраться в этом всем. То есть поэтому пищеварение, кстати, не знаю, тут, наверное, пищеварение надо было поставить, наверное, на первое место, то есть, а потом красоту, потому что здоровье тут в данном случае, то есть без здоровья внутри, красоты у вас сверху не видать. Поэтому в плане будую мотило, да, то есть я... Расскажу вам немножко об этом, потому что сам пошел будувать свое тело года так 4 назад в спортзал, когда вот то, что я вам рассказал, когда я был телепузиком, уже 105 килограмм веса, таким шариком прикатился в спортзал, и когда увидел кучу тренажеров, то есть я не понимал, что с ними делать, нашел тренера, вот тренер мне, кстати, показывал эти многие моменты в плане и питания, и тренировок, и подхода, и сколько делать, но спортсмены очень хорошо понимают на сегодняшний день то, что без добавления в рацион питания протеиновых коктейлей, витаминных, минеральных комплексов тело не построишь, и кто знает, мышцы строятся из аминокислот. То есть, да, поэтому если вы хотите накачать хорошие руки, тело, пресс, если вы хотите увидеть кубики на прессе, то, в принципе, ну, ничего не получится без аминокислот, потому что я первый год, когда занимался без правильного питания, просто худел. То есть, кто знает, что мышцы тоже худеют? Они сохнут точно так же. То есть, после 20 минут пробежки на дорожке мышцы тоже сохнут. Кто хочет подтянутую попу девочки, да, то есть, такую чуть стоящую, а грудь. Грудь такую же, чуть стоящую, да, то есть, ребята, кто хочет нормальный бицепс, да, то есть, кстати, могу вам сказать, как профессиональный спортсмен в данном направлении, то есть, что бицепс, шея и икра на ноге, то есть, должны быть в одном объеме, то есть, это идеальный размер для мальчиков, то есть, поэтому, если вы хотите быть пропорциональны, то есть, да, поэтому занимайтесь спортом, то есть, и коктейль вам в этом поможет, потому что
Вот эта вот грудь, нарисованная на этом слайде, мне нравится на самом деле. А, по качеству ее исполнения. Да, то есть, если говорить о том, к чему я пришел, да, то есть я вам даже подготовил, покажу вам, какой я был, какой я стал, да, когда начал заниматься спортом, когда я начал правильно питаться, когда я начал. То есть, фотографии не супер высокого качества, но в том. Узнаете меня вообще на второй фотографии? То есть, да, вот такой я был, вот моя дочь сверху, это мы в аквапарке, вот такой я был красавец. Ну, а стал вот такой вот черный. Потом со временем. На самом деле это труд, но это питание, это обязательная вещь на самом деле, потому что, ну, если мы хотим хорошо выглядеть, то вот эти вот вещи, они очень сильно влияют. Коктейль, кстати, ну, если бы я знал об этом коктейле, если бы он был тогда, поверьте, я бы им пользовался и до сих пор бы, потому что на самом деле очень классная вещь. То есть, и хотя это все питание, это шестиразовое питание, кто хочет нормально метаболизм ускорить, это нормальный водный баланс, это. Вот цель у меня была, чтобы не один кубик был, вот там видите, у меня кубик какой большой. Хотя бы 6, потому что 8 это вообще очень тяжело сделать на самом деле. То есть еще и плюс расположение волокон мышц, это не у всех, даже, кстати, 8 есть. То есть, поэтому вот вам результат, который может быть у вас. То есть, если вы поставите цели в спортзале, кто ходит в спортзал из присутствующих? О, еще не все. Кстати, можем устроить конкурс даже. Измени себя даже вот на базе нашего офиса компании, потому что есть общий мировой конкурс «Измени себя за 90 дней» в компании, поэтому в нем можно тоже поучаствовать. Кстати, призовой фонд, кстати, нашей компании за «Измени себя за 90 дней» 3000 евро. То есть компания... Я участвую. Когда он начинает? Ребята, кто понимает, что он может за полтора месяца, вот до конца февраля измениться кардинально, то есть и показать это все воочию, то есть, да, есть регистрация на сайте компании, «Измени себя», находите, вы для этого должны быть членом клуба, пить продукт наш, и если вы реально меняете свое тело в течение 90 дней, там, или там, это каждые 3 месяца проходит, на самом деле, вы можете выиграть 3000 евро. То есть для смены гардероба, для каких-то моментов очень приятных, на самом деле, очень классная штука. То есть, да, я жалею, что я тогда не поучаствовал, я, может быть, что-то выиграл в это время, тогда я только тратил. А сейчас это все происходит намного вкуснее и приятнее.